В крае продолжается реализация прорывных проектов. Их работу в наступившем году обсудили в правительстве региона. По плану, в грядущие месяцы на Ставрополье ожидает около 13 миллиардов рублей частных инвестиций и больше 500 новых рабочих мест. Напомним, прорывные проекты – это одна из частей модели экономического развития региона до 2030 года. Она включает создание кластера по производству удобрений, развитие зеленой энергетики, агрокластера, туристических зон и строительство плодохранилищ. Губернатор Владимир Владимиров на совещании назвал проекты одной из приоритетных задач и сообщил, что в прошлом году они принесли региону 5500 рабочих мест. В школе номер 3 Невиномыска стартовал капитальный ремонт. Обновят кровлю, фасад и внутренние коммуникации. Общая стоимость работ составит 138 миллионов рублей по проекту «Модернизация школьной системы образования». В учреждение также закупят мебель и учебники. На время ремонта учеников переведут в соседние школы, а закончить работы должны уже к концу этого года. Больше 8 километров региональной дороги Кочубеевская-Балахоновская-Армавир отремонтируют в этом году. Как сообщает Краевое министерство дорожного хозяйства, на участке обновят асфальт, установят знаки и нанесут разметку. Все работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В предгорном округе в этом году отремонтируют 3 спортзала. Речь идет о школах Станица Бекешевская и Синтукская, а также в поселке Подкумке. В спортзалах поменяют полы, проводку, двери и окна, освежат отделку. По сообщению Минобразования региона, на работы направят больше 4 миллионов рублей по госпрограмме развития образования.